Сегодня, 27 апреля, в Лучегорске 8-й фестиваль школьных и молодежных СМИ «Пробный шар» открывает свои двери для молодых журналистов Дальнего Востока. Давайте же окунемся в этот мир медиатворчества и узнаем, что здесь будет происходить. В начале мероприятия организаторы фестиваля подготовили небольшой квест для всех участников «Пробного шара». Наш фестиваль «Пробный шар» проходит уже в 8-й раз. Начинался он совсем маленький был, городского уровня. Потом он постепенно стал набирать свои обороты и сейчас уже вырос до открытого краевого фестиваля. Мы каждый год стараемся сделать что-то интересное, что-то новое. Вообще наш фестиваль славится тем, что мы стараемся пригласить на него очень таких людей, известных в журналистике, которые могут не только что-то сделать, а что-то показать. И стараемся, чтобы ребята попробовали себя, ну и попробовали сделать что-то сами. Большую часть первого дня фестиваля заняло награждение. Особые призы получили работы, связанные с экологией и защитой природы Приморского края, так как тематикой фестиваля в этот раз был год экологии в России. На этом фестивале уже 4-й год. Мне все очень нравится, но с каждым годом все больше и больше эмоций. Я ожидаю работы лучше, чем в том году, потому что с каждым годом как бы хочется чего-то нового, интересного. Также во время фестиваля состоялась премьера нового фильма «Квест» от студии «Шип». А я не хочу ничего понимать, сами разбирайтесь в своем квесте. Привет, я «Пробный шар». На второй день фестиваля опытные педагоги рассказали ребятам много новой и полезной информации о распространенных ошибках. Вот и подошел к концу открытый краевой фестиваль школьных и молодежных СМИ «Пробный шар». Ребята получили бесценный опыт и море положительных эмоций.